Артисты Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дают концерт в столице республики. Звучит исполнение оперы Сергея Прокопьева «Обручение в монастыре». Вырученные с концерта средства направят на сохранение известного памятника истории и культуры Якутии – Николаевской церкви в селе Черкех Татинского района. Мы своим таким концертным исполнением внесем еще одну краску, тоже очень жизнерадостную, потому что опера комическая. Оперу написал величайший русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Она никогда не звучала в Якутии. Привезли мы очень хороших артистов. Думаю, что публике должно быть интересно.